Никогда не уменьшайте яркость на своем телефоне, особенно в ночное время. Казалось бы, если вы сидите ночью в телефоне, надо бы уменьшить яркость, чтобы уменьшилось напряжение глаз. Но это не так. Уменьшив яркость в своем телефоне, это будет еще больше напрягать ваши глаза. Это не может привести к серьезным проблемам, но у вас может сильно разболеться голова, и вы можете долго не уснуть. Делитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо, что смотрите. Что будет, если каждый день есть мед? Вы начнете худеть, уменьшится уровень холестерина, улучшится память, сердце станет работать лучше, сон станет лучше и прекратится стресс. Трюки с телом, которые облегчат тебе жизнь. Если у тебя болит голова, нажми на эту точку, тебе станет легче. Если ты обжег язык, положи на него сахар. Если заложила нос, то нажми на точку между бровей, и нос станет лучше дышать. Делитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо, что смотрите.